Наталья Баженова с волнением вспоминает время, когда встретила человека, который подарил ей вдохновение. Именно поэтому, когда художницу пригласили участвовать в выставке-конкурсе «Типичные Химки. Семейные истории», то выбор, какую из картин выставлять, для нее был очевиден. Ну, а у меня эта романтическая встреча, вот эта моя работа, она была воочию. Вот мы полтора года дружили с этим человеком. Это очень такое романтическое наше было время. Свои работы на конкурсе представили 24 местных художника. Экспозиция развернулась в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Пейзажи, портреты, натюрморты, жанры разнятся. Объединяет одно – все картины должны тематически отражать семейные истории. Тема, которую мы взяли, она соответствует общей государственной теме, которая называется «Семейные истории». И это та самая главная вещь, из которой мы все вышли. И она будет продолжать наши традиции. Всего на выставке представлено 45 работ. Не только художница, но и член жюри конкурса Наталья Баженова рассказывает, как проходил отбор представленных картин. Волнение должно быть в работе, а оно должно и в композиции, и в цвете, и в вибрации мазка, и в каких-то еще деталях. То есть вот мы на все обращали внимание. А вот выбирали победителей весьма современным способом, путем голосования через соцсети. Посетители «Артишока» также могли отдать свой голос за понравившуюся работу. В итоге победителем конкурса стала преподаватель Центральной детской школы искусств Наталья Алексеева. В своих пейзажах художница стремится зафиксировать памятные места Химок. Так как я очень люблю свой город и буквально каждый уголок Химок я стараюсь написать, нарисовать, там зарисовать, и в принципе здесь как бы сам Бог велел участвовать в этой выставке. Кульминация выставки конкурса – это, конечно, церемония награждения победителей. Его провел председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский. Он вручил финалистам конкурса благодарственные письма и памятные призы. Я от души искренне благодарю всех наших художников, и тех, кто сегодня в зале, и тех, кто по каким-то причинам сегодня не смог поучаствовать в нашем мероприятии. Но в первую очередь за вашу вовлеченность, за ваше желание открыть немножко личного, да, так скажем, показать другим, за то, что вы показали наш город таким, каким видите его вы. Выставка «Типичные Химки» проводится уже в третий раз, причем география ее расширяется. Принять участие в художественном конкурсе решили не только химчане. В этом году экспозиция украсилась работами, присланными из Сербии, Турции и Италии. Андрей Панченко, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.